Мы сегодня поздно приехали на море, где-то в 10 часов, конечно, проспали. Море нас тут не сильно обрадовало. На пляже возле пансионата Кристалл оно черноватое, метров 20-30, наверное. Вот тут только что убирали водоросли, приезжал трактор, уже выгребенные, значит, весла. Вода очень теплая, градусов 25, наверное. Вот эта вот вся она черная, а дальше бирюзовая вода. Моя внучка плавает. Рядышком соседний пляж. Народу миллион. Середина лета. Кто любит море, для того оно прекрасно всегда. Вот девочки мои возвращаются. Вон там бирюзовая вода, они купались. И вот по чернущей воде. Комку собирают граблями, убирают добросовестные пользователи пляжа. Ну, насколько возможно. Вот не знаю, как видеокамеры видно или нет. Вот дальше море синее, голубое, бирюзовое. Ну а около берега, да, взбаламученные водоросли, конечно. Наше любимое лакомство на пляже. Арбуз. Арбуз. Арбуз.